Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії для вас працює Наталія Ігнатенка. Добрий вечір. На минулых выходных Рогачёв сустрел удельников и гостей Дня белорусского письменства. У столицу республиканского свята завитали деячи культуры, представники аккредитованных у Беларуси дипломатичных миссий, белорусских диаспор с близкого и далекого замежа. Об самых цікавых подеях расскажет наш корреспондент Олег Сенцеров. День белорусского письменства на Гомельщине прошел у четвертый раз. Двойчи это свято примал туров, одной чехойники. Усю подрыхтовчую работу у Рогачёва координовал Национальный аркомитет. При том, что сделать необходимо было шмат. Починаючи от добропорядкования города и наведения порядка на всех дорогах, которые ведут у сегодняшнюю столицу белорусского письменства, для организации тематичных подворков. Тут земля такая, тут все дыхает историей, культурой, мовой, литературой, имены Мелеш, Шамякін, Макайонак, ды Караткевич, дык хіба гэта не заслуговае, каб свята прыйшло ў такі горад. І паглядзіце, вуліцы і плошчы горада. Собралася вся краіна, вся Беларусь. Па сутнасці, Дзень беларускага пісьменства свята нацыянальнае, якое адзначаецца штогод. Пры гэтым яго канцэпцыя ніколі не змяняецца. Неабходна паказаць еднасць беларускага друкаванага слова з гісторыі беларускага народа. Нам ёсць чым ганарыцца. У чым можна было ўпэўніцца падчас наведвання друкарскага двара 16-го стагоддзя. Менавіта такім абсталяваннем карысталіся першыя кнігадрукары і менавіта такім чынам выдавалася першая літаратура. Усе гэтыя станкі, дарэчы, з'яўляюцца дзеючымі экспанатамі першага беларускага музея пісьменства. Зараз ён ствараецца ў Вілейцы, а пакуль кожны жадаючы мог надрукаваць ліст са скарынаўскай біблії па тагачасных тэхналогіях ці вырабіць паперу, на якой біблія убачыла свет амаль 5 стагоддзяў таму. Ось гэтая папера выраблена па тэхналогіі 16-го стагоддзя. Менавіта на такой паперы друкаваў свае кнігі Францыск Скарына. Яна, дарэчы, вельмі высокай якасці, хоць у яе аснове ўсяго два кампаненты – вода і лён. Адкрыццё дома кнігі – падзея, якую ў Рогачёве чакалі даўно. Па сутнасці, ў райцэнтры да гэтага часу нават не было спецыялізаваных кніжнай крамы, ды і бібліятэка размяшчалася адначасова ў некалькіх будынках у розных кутках горада. Цяпер гэтую сітуацыю выправілі. Дом кнігі па-рагачёўскі – гэта шматфункцыянальны комплекс, аб'яднаны культам кнігі. Асаблівую ўвагу пры гэтым надалі афармленню дзіцячай паловы бібліятэкі. Урэшце, калі не далучыць да чытання ў такім возрасте, потом будет поздно. У нас есть дерево творчества. Мы очень часто объявляем много различных конкурсов рисунков детского творчества. На этом дереве творчества мы помещаем детские рисунки. У нас есть замечательный ростомер, на котором мы измеряем не только рост ребенка, возраст, но и помечаем, в каком возрасте, до какой книги дорос ребенок. Что год у Беларуси выдается около 11 тысяч наименьших книг, агульным тиражом около 30 миллионов экземпляров. Представники выдавецтва укажут, что подход до выбора автору довольно строгий. Урешьте, книга повинна окупаться, а тому быть цікавой для читача. Накольки это отрымливается, можно мерковать по выниках мониторингу, проведенного Союзом письменников Беларуси. До речи, у Рогачёва письменники посадили сад и запевнили, что новые идеи есть у каждого из них. Мы провели опрос всех библиотек. И оказалось, что за два года книги белорусских писателей затребовали более 2,5 миллионов читателей. Вот вам ответ, читают ли наши люди книги. Олег Сенцеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» из Рогачёва. Выборчая кампанія ў Беларусі ўступае ў галоўную фазу. Заўтра на участках распачынаецца датэрміновае галасаванне. Аб тым, як на Гомельшчыне падрыхтаваліся да гэтага важнага дня, сёння старшыня абласной выборчай камісіі Мікалай Стош зрабіў справаздачу перад старшынёй Цэнтры выбаркама Беларусі Лідзіяй Ярмошынай. Настасія Кучынская працягне тэму. На тэлемосце ўсе вобласці краіны, да кожнай, акрамя агульных пытанняў, у старшыні Цэнтры выбаркама Беларусі прыватнай заўвагі. Так на Гомельшчыне перад самым пачаткам датэрміновага галасавання сваю кандыдатуру зняў яшчэ адзін кандыдат. Такім чынам, пасля таго, як акруговая камісія аформіць усе фармальнасці, на Гомельшчыне застанецца 66 кандыдатаў у палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. У вас снімаецца там кандыдат? Снімаецца адзін кандыдат па Сельмашовскому избирательному округу номер 32. Кацора Владимир Александрович подал заявление в окружную избирательную комиссию. Он и нам прислал. Сложение полномочий, так сказать, кандидата. Ну, комиссии участковые знают, что нужно делать в этом случае? Знают.
Усяго ад Гомельской области у палату представников треба обрать 17 человек. Найбольшая конкуренция склалася у выборших округах областного центра, так само у Светлогорской, Рогачевской и Хойницкой. Основный день голосования 11 вересня. Однако те, кто по особистых причинах не смогут отдать свой голос у этот день, мают махчимость скрыстаться своим громадянским правом загодя. Детерминовое голосование отбудется 6 по 10 вересня. Участки будут працовать с 10 до 19 годин с перапынком с 2 до 4 дня. При себе необходимо иметь пашпорт, подойдут и посвящение держслужащего, военный и студентский билет, водительские правы, пенсийное посвящение, а так само доведка из Министерства внутренних справ, коли пашпорт сгублен або находится на замене. Досрочное голосование будет проводиться на 998 участков. В области образовано в целом 1038 участков, но 40 из них находятся в медицинских учреждениях, где досрочное голосование не проводится. На сегодняшний день в области зарегистрировано 1 101 062 избирателя. Все участковые комиссии получили соответствующие бюллетени. Все участки сегодня взяты под охрану подразделениями Министерства внутренних дел. Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Завтра на телеканале «Беларусь-3» протягнется трансляция передвыборных дебатов кандидатов у депутаты Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликания. У 19 годин стартуют дебаты помеж претендентами на место у парламенте по Рычицкой выборчей окрузе номер 44. С 19.15 дискуссию будут вести кандидаты по Полесской выборчей окрузе номер 43. Та інших тем. Сьогодні означається Міжнародний день доброчинності. Які проєкти і акції зараз проходять на Гомельщині? І як активно у їх приймають уділ звичайні жихари? Висвітляла наш кореспондент Вероніка Ворошиліна. Дарить добро, оказывать щирую допомогу тем, кто у ее имеет потребу, это штодённая миссия Гомельской областной организации Белорусского товариства Червоного Крыжа. И она охопливает наиширейший диапазон доброчинных справ и николи не застается у боку от чужих бед и несчастьев. Шматликие проекты и акции супрацовники и волонтеры областной организации Червоного Крыжа платить на протягу усяго года. Например, они оказывают допомогу одиноким пожилым людям и вымушенным переселенцам, принимают удел у сборы школьных приналежностей для детей-сирот и в целом умкнуться клопотиться об каждом, кому необходима подтримка. С этого года, с 1 сентября, у нас новая благотворительная началась кампания. У нас есть сестра Милосердия, которая работает в Гомельской областной детской больнице, няня Красного Креста. Она ухаживает за детьми в палате, где находятся дети-сироты. То есть она помогает, как мама, за детками, у которых некому посмотреть. Мы сейчас объявляем кампанию благотворительную по сбору средств для финансирования данной сестры Милосердия, чтобы она могла там находиться. В дальнейшем мы планируем расширить и уже не одну такую маму-няню содержать, да, а несколько, для того, чтобы в каждой больнице была такая помощница. А як звичайные люди ставятся до доброчинного руху на Гомельщине и у яких проектах принимают удел, мы спытались у жихаров областного центра. К благотворительности отношусь очень даже положительно. И сама участвовала, всегда все вещи старые, свои детские, внуков, всех собирают, вожу в детский дом. Участвовали для детей инвалидов, Дед Мороз летом. Отношусь положительно, если где-то там собирают по магазинам, вкидывают в копеечку. Вот сейчас акция идет в одной соцсети «Страномам» по помощи недоношенным деткам. Мы там им осьминожки вяжем, игрушки. Ну и так деньгами, когда можем, там помогаем кому-нибудь. Сейчас очень просто это делать с помощью отправить вот СМС на какой-то определенный номер, и сумма списывается, не нужно никуда ходить. То есть в объявлениях, например, о тех же больных детях уже сразу указывается номер телефона, туда оставляешь смс с определенным кодовым словом, и денежки списываются с твоего счета. Доброчинная допомога на Гомельщине потребна и братам нашим меньшим. Тому специальные акции проводят волонтерские объединения по обороне бездомных живел. На их звычайные жихары могут найти себе гадаванца, або покинуть ахвирование на утримание бездомных котов и собак, которые из-за бездушности и жорсткости своих господаров опынулись на улице. Починать шлях до милосердности треба себе самого и своего ставления до новокольного свету. Робить добро, делиться радостью и душевным теплом просто. Головное, как это саправды и шло от чистого сердца. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
У протяг темы доброчинности. Люди, которые имеют проблемы со зроком, бесплатно отримают радиоприемники от громадского объединения «Белая Русь». Для тех, кто не имеет возможности глядеть программы по телебачению альбо доведаться об опошних новинах в интернете, главная крыница информации – радио. Инвалидам по зроку на Гомельщине бесплатно будут уручены 40 радиоприемников. Сегодня подарунки отримали жихары Гомеля, а с завтрашнего дня подобные акции пройдут у районных центрах. Благодаря информации, которую передали, кстати, по радио, сегодня к нам уже позвонили вот пенсионер, глубокий такой уже пенсионер, дедушка, который является тоже инвалидом по зрению, попросили родственники поддержать и тоже вручить ему такое радио. Завтра они должны к нам приехать, предоставить все документы, и мы тоже пойдем навстречу. Протягиваем выпуск. У реках Гомельской области означается снижение уровня воды. Такое становище специалисты фиксуют уже на протягу 10 дней. До каких наступств это может привести, высветлял Дмитрий Котау. Самый низкий уровень воды за весь период назирания был зафиксован в минулом году. Сёлета ситуация не просто повторяется, а лишь может поставить новый антирекорд. Критичное снижение обумовлено несколькими факторами. Малоснежная зима, отсутствие осенней поводки и опадков. Некоторые водоемы литерально высыхают. Потерпели и буйные реки, такие как Днепр и Сож. В выньку чего погоршились умовы работы рашного транспорта. До того ж, коли ситуация захавается на долгий термин, это негативно поплывает на популяцию. Рыб. На фоне низкого половодья и недобора осадков уровни, конечно, значительно ниже. Хотя, если взять на Днепре, на участке Жлобин-Лоев, то здесь отмечался дождевой, летний дождевой паводок, поэтому уровни до июля еще были более-менее, скажем, средняя, и когда уже к концу июля и началу августа была сильная жара, недобор осадков, то, конечно, и падение уровней стало интенсивным. Дальше короткочасовые дожди прогнозуются сегодня у ночи. Завтра у день будет переважно без опадков. Максимальная температура по ветра до плюс 25. До конца тыдня характер надворья истотно не изменится. Дожди не прогнозуются, слупки термометров уздымутся у ночи до плюс 14, у день до плюс 25. На выходных местами максимально повышение температуры по ветра до плюс 27 градусов. На текущей неделе территория области будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. И в связи с этим будет теплая и преимущественно сухая погода. В последние годы это довольно типичная, характерная погода для начала сентября. Были температуры и выше в начале сентября. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Про спорт и здоровый лад життя сегодня пойде размова у студии программы «Добрый вечер, Гомель». Головные темы выпуску – развитие тенниса, веслования и велосипедного руха в регионе. Ведущие программы будут сочить за шляхом удельников веломарафона вокруг краины. Обмеркуют программу подорожья и иншие проекты громадского объединения «Центр активной молоди». А кроме этого, у студию вечернего шоу завитают чемпионы света и Европы, ветераны байдарочного спорта Сергей Яшин и Аркадь Плячнин. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 19:30 на телеканале «Беларусь-4». Распачался 28-й чемпионат Беларуси по мини-футболе у высшей лизе. У первом туре гомельский ВРЗ с буйным ликом переиграл гродинскую команду УЗ «Динамо» 5-1. Агрокомбинат «Паудневый» соступил Борисову 900 1-2. У Гомеле в очном поединку сошлись БЧ и Светлогорский ЦКК. Светлогорская команда в опошний момент заменила в чемпионате Неман с Берозовки, який по финансовых причинах отмовился от выступления. И зрозумела, что на старте чемпионата у ЦКК будет выглядеть не лепшим чином. Помылки в обороне светлогорских футболистов привели до поражения. Господары открыли лик уже на первой хвилине. До конца тайма у гостей отрымливалось супротстоять чыгуночникам. А вот на другую половину сил не хапило. Футболисты БЧ троечи доводили свои атаки до завершения. Першим забитым мячом у составе чыгуночников отзначился и грузинский легионер Вахо Джарашвили. Процентов на 40 состав обновился, вот, поэтому немножко пока притираемся, пока подстраиваемся. Вот, поэтому не совсем пока то, что хочется видеть, но опять же, возможно, это сказалась первая игра,
открытие чемпионата, какое-то волнение. Ну, так, в принципе, главную задачу ребята выполнили, мы победили. На этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам доброго вечера. До новых встреч в эфире.